Друзья, всем привет! Это рыбалка с Пашком. И сегодня мы приехали половить на фидер. И сегодня в нашей рыбалке нам поможет беспроводной эхолот Deeper Sonar Pro Plus, который без особого труда покажет нам рельеф дна в этом месте, наличие рыбы и найдет нам отличную точку для сегодняшней рыбалки. А в конце видео я вам расскажу, как получить этот эхолот совершенно бесплатно. Так что остаемся на канале, смотрим. Все самое интересное, как обычно, впереди. Так, конструкция эхолота. Совершенно элементарно выглядит такой небольшой шарик, который мы забросим в воду, и он нам передаст сигнал на наш телефон, и мы посмотрим, какой у нас рельеф в данном месте, наличие рыбы, ну и найдем бровку, перспективное место для сегодняшней рыбалки. Достаточно просто привязать его к удилищу, забросить, включить приложение на телефоне, и нам все сразу станет ясно. Итак, у нас все готово. Конструкция эхолота настолько проста, что не требует каких-либо настроек. Просто достаточно погрузить его в воду, и он сразу автоматически включится. Так, сначала установим соединение с телефоном. Здесь около берега забросим его. Потом вот так вот войдем в приложение на телефоне специальное. И установим соединение. Связь поймали. Что делаем? Заброс. И смотрим, что у нас там на дне плавает. Итак, вот она, эта самая бровка. Идет свал с 2 метров до 5 метров, до 6 метров почти, да, до 6 метров. И как раз вот мы видим, рыбка стоит там. Так, одно место, в принципе, мы перспективное нашли, вот. Там даже не одна рыбка стоит. Так, значит, клипсоваться будем на этой дистанции. Сейчас забросим еще разок и посмотрим по течению. Проплывем вдоль ямки. Так, вот сразу я в ямку забросил. 5 метров показывает эхолот. Рыбка присутствует в точке. То есть все правильно. Здесь и стоит нам клипсоваться и пробовать ловить. Рыба довольно много. Стоит в придонном слое. Так что я думаю, все сегодня должно получиться. Так. Ну, да. Ну вот как раз ямка. Сейчас подмотаем к берегу. Посмотрим на выход из ямки. Ну вот идет выход. Ну да. Ну что, друзья, эхолот Deeper Sonar Pro Plus показал нам сегодня рельеф в этом месте. Остановились на отметке в 6 метров. Это ямка русловая. Рыбка в ямке стоит. Эхолот также это показал. Вот. Заклипсовали дистанцию. Сейчас перенесем дистанцию на основную катушку. И будем приступать непосредственно к ловле. Вот и первая рыбка с нашей точки. Которая чуть не убежала. Такой подлещик.
Итак, буквально несколько забросов, и первая рыбка у нас уже есть в садке. Небольшой подлещик. Так что продолжаем ловить. Погодка хмурится. Облака хмурые проплывают над головой. Но ничего, не страшно. Кормушка 60 грамм, 56 грамм, стоит прямо на грани срыва, даже иногда чуть-чуть ее подкатывает, но не страшно. Вопросы по снастям будут, расскажу. Значит, сегодня ловлю на фидер Shimano Best Master длиной 3,90, тестом до 100 грамм. И катушка тоже Shimano 4000 с задним фрикционом. Есть. Вот эту рыбку мы подсекли. Сейчас запечатлим процесс сия вываживания. Ну, небольшая. Кушок. Вот такой кушок попался. Как обычно в заглот. Окуней не будем собирать, они умирают быстро. Стоило выключить камеру, и сразу произошло подлёт. Плотвичка неплохая, зацепилась. Вот, плотвичка. Вот она, рыбка уже покрупнее подошла. Ну, такой подлещик.
Вот белая глазочка. Хорошая рыбка. Ну вот, уже покрупнее. Большой подлещик. Стороны пошел куда-то. А это фидергам не использовались? Нет. Ну какой грамм 500, наверное, да? Уж поменьше. На сковородку самое то. Ну что, друзья, такой уже покрупнее подошел подлещик.
Такой грамм 500 уже. Вот. Уже покрупнее рыбка стала. Точка выбрана правильно. Рыба на ней есть. Осталось только привлечь крупного леща. И будет нам счастье. Снова неплохая рыбка. Главное, когда выводишь крупную рыбу, не форсировать события. Опа! Ну вот, еще один неплохой подлещик. Ну, до леща еще маловат, но подлещик, можно сказать, хороший. О, плотвичка убежала.
Снова хорошая рыбка. Ну, подлещик. Ребят, очень хорошую рыбину подцепил. Очень хорошую. Главное теперь ее вывести к берегу. Очень хорошая рыбка. Первый лещ. Сейчас камеру настрою и покажу этого красавца. Вот он, первый лещик с нашей точки. Значит, все правильно сделали. Продолжаем ловить дальше. Такой красавчик. Продолжаем. Ну что, друзья, наша сегодняшняя рыбалка подошла к концу. Рыбка активно кормилась всю нашу рыбалку, поклевками радовала. А это значит, что точку мы сегодня нашли правильную. А сейчас расскажу вам о том, как можно выиграть эхолот Диппер. Клуб рыбаков Диппер сейчас проводит конкурс, где разыгрываются 100 призов. 45 эхолотов Диппер, 20 спиннинговых катушек и 35 сертификатов на скидку от 30 до 50% на продукцию Диппер. Условия конкурса довольно простые. Нужно подписаться на их канал и страницу в социальных сетях, сделать репост видео с конкурсом, заполнить анкету, и вы в конкурсе. Более подробно можно прочитать в описании или на канале у ребят. Призов очень много, так что выиграть будет достаточно легко. А я на этом с вами прощаюсь. Это была рыбалка с Пашком. До новых встреч. Всем пока.
отличная рыба. Тут у нас один бонус есть. Вот такой вот лещик. Под килограммчик. Плотва. Белоглазка. Бустера. В общем, неплохой набор, такой рыбный набор. Привалы на всем протяжении. На всем протяжении рыбалки. Вот такие дела. Всем пока.